4 мая после продолжительной болезни ушел из жизни самый известный некрасовский спортсмен, председатель районного спорткомитета Андрей Маслов. Человек абсолютно незаменимый, равных которому по сочетанию спортивного таланта, профессиональных качеств и масштаба личности среди нас, да простят меня земляки, нет. Некрасовцам очень повезло, что он жил и работал рядом с нами. И оставшиеся нам в наследство спортивные достижения – капитал, который надо сберечь и приумножить. Каждое новое спортивное событие и каждая новая победа станут продолжением дела Андрея. Это значит, мы будем достойны его памяти. Общая команда. Направо равнять. Вместе 6, 7, 8. Одновременно со школой «Полная молодежность» была создана образцовая. Благодаря усилиям этих друзей мы сегодня смогли всем удачи, крепкого здоровья, занимайтесь спортом и будьте здоровы!